номер на пистолете спилен. Начинаем, да? Что у нас получается? Что там, программа? Да. Ну хоть нету, не... А вон наручники были еще. Ой, ключи от наручников. Вот это не надо, да? Там все на балконе. За что задержано? За коттеджную кражу. А что за кража? Расскажите, пожалуйста, что за кражу вы совершили? Что за кражу? Ну, кражу из домов. Из какого дома? Где этот дом находится? Ну, я особо не ориентируюсь, так показать покажу, а так не смогу. Ну, хотя бы район какой? Ну, вот здесь Люберцы. Люберецкий район, да, то есть, получается? Да, Люберецкий район. Так, а что вы похитили из дома? Ценные вещи в основном. Золото. Какое золото там было? Ну, я не знаю точно, я уже не помню. А это давно было? Ювелирные изделия. Ну да, прилично. Угу. Только ювелирные изделия, больше да, ничего да, вы да. не взяли? Только ювелирные изделия. А сколько вас было? Вдвоем мы были. Вдвоем? Да. Угу. Ну и за рулем друг наш был. Получается. А как друг зовут? Как друг? Друг мало знакомый нам. Друг здесь познакомились. В Москве Женя его зовут. Так он, можно сказать, ни за что не в курсе был. Просто его роль была посидеть за рулем. А на чьей машине? Наша машина была. Ваша, не его? Нет. Угу. А вы выслеживали этот дом или как? Нет, не выслеживали. Так заезжали наугад. Наугад? Ну, в этот раз угадали? Ну, как видите. Если мы здесь, то значит угадаем. А сколько раз таких было? Да ну сколько? Немного. Раза 3-4. То есть 3-4 дома? Да, да. А ранее вы судимы? Нет. А чем вообще на жизнь зарабатывать? Домами? Нет, никакими не домом. А чем занимаетесь? Я в основном запчастями. Какими? Европейские машины. Ну так, помогал другу заниматься. А так, в данный момент ничем. А скажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вас задержали? Ну, дом у нас с утра, а ранним утром. А чей этот был дом? У кого вы жили? Знакомого. За что вы задержаны? 158-4. По подозрению в совершении, правильно? Ну, да. Или вы признаете свою вину? Да, признаю. Вы раскаиваетесь? Конечно, раскаиваюсь. А ранее вы судимы? Судим. По какой статье? 318. Отбыли свой срок? Да, был. Семья у вас есть? Нет. Детей? Нет. А наколки есть? Нет. А где работаете? Нигде. Нигде не работаете? Нет. А чем зарабатываете на жизнь? Машину продала запчасти. А какие машины? Всякие разные. На марки. А у вас есть машина? Нет. А была? Была. Продали? Продал. А какая машина была? Фокус. Все. Thank you.